В Одессе чуть не взорвалась автозаправка. ЧП произошло в воскресенье вечером. На заправке на 4-й станции Большого Фонтана буквально в 5 метрах от емкости с топливом начался пожар. Загорелись бесхозные контейнеры, которые находились сразу за забором. Сильное пламя, раздуваемое ветром, могло переброситься на территорию АЗС. Но благодаря тому, что сотрудники заправки вовремя обратились в МЧС, а те оперативно прибыли на место, большой трагедии удалось избежать. По прибытию первых подразделений было установлено, что горит 3 металлических контейнера на общей площади 80 метров квадратных. Была также угроза распространения огня на рядом стоящее здание автозаправки. Для тушения пожара было подано 4 огнетушащих ствола. Также было задействовано 3 единицы основной пожарной техники.